Всем привет! У нас утренняя дойка. Ешь мою рубашку. Ляженька, не хулигань. Блин, жрет мою рубашку. Наверное, думает, теленок ее. Да, думаю, сколько. Сейчас я тебе все сделаю. Царапать меня будет. Ой, царапать. Сдаиваем первые капли молока. А дальше будем доить в общую тару. Ряженка. Да, вставай. Ляженка, ты меня не толкай. Не знаю, после дойки тоже вымя, да, вытирают? Ну, угу. Я мою. Потом мажу. А мажешь чем? Кремом для вымени. Ну как ты так, а? Как ты встала? Как я тебя буду? Стесняется. Он у нее остается слоем. И соски у нее мягкие. А днем уже можно, ну там, во следующей дойке ее уже можно мазать перед дойкой, перед самой.
что у нас-то она как бы вся мягкая была. Зачем ее еще мазать? Функция крема избежать сухости и трещин. Ох, парное с пеной. Молоко для кого? Для теленка молоко. Джазик, привет. Привет, Джазик. Привет. Привет, привет. Привет. У кого молоко? На. У кого молоко, тот и мама. Кстати, мне вчера, прикинь, в Инстаграме опять там начали писать, я выложил Джазик и фотографии, мне начали писать, типа, а потом вы его сожрете, там, ну и все в таком духе. Ну я, короче, вчера просто всех в бан зафигачил. Подумал, нафиг надо, блин, жрите свои спаржи, отстаньте от меня. Они прям знают, да, кто с кем, чего да. Собирается делать. Да. Ой, Джазик. Они не разговаривают, и глаз нет. Замороченные люди. Всему каждому свое, поэтому. Ничего, все. 30 секунд нет молока. Пить хотел, да? Пить хотел. Ну как он? Что это? Ну да. Высасывает. Эй! А такой, а что ты меня снимаешь, а? Дядик. Красавчик наш. Ой, ой ты, ко мне хочет. Ага, свое сейчас вырыть, выпрыгнет тебя. Иди. Да, да. Ах, ты он хороший. Ну, три раза в день по 2 литра. Я выпивает. С удовольствием. Да. Джазик. Скоро рога вырастут. Слюна. Слюна течется. Пена. Вкусно, да? Всех завтрак. Да. Отдай. Ой, ой. А где еще? Это с пеной вот так. Все, раз. Джаз. Все, хватит. Дерганный такой весь. Коровушка. Коровушка. Ух ты, мягкий. Иди ко мне. Иди ко мне. Глазастик. Нравится ему твоя камера? Да?